Итак, друзья, а мы приглашаем на нашу сцену вторую участницу пилота команды «Автоцентр на строителей» Лилию Новак. Под ваши аплодисменты. Здравствуйте всем! Сегодня я буду исполнять рэп впервые, поэтому прошу вас не судить строго. Рэп про девушек за рулем. В гараже мою я машину, третий день уже. Личная машина, счастье в душе. Я права имею категории Б. Педали две только, нету сцепления. Как вам такая манера вождения? За рулем живот мне не помеха. Если в салоне со мной едет стаспьеха. Когда остановил инспектор, я говорю, что я на мели. Мы автоледи, мы только рулим. Мужчины, не спорьте, кто же нас учит? Мужчины говорят, купила права, зато и зимнюю резину не пробила. Уже третий год я езжу на Kia. Моя машина всеми любима. Если в дороге случится беда, звоню в автоцентр на строителей 5А. Черный салон, литые диски и в бардачке конфеты и виски. Если нарушили мы ПДД, через 100 метров инспектор уже. Мужчины сигналят мне все подряд. Как только выезжаю, я в левый ряд. Прочитала, накрасила губы. В этот момент обгоняю маршрутки. Женщины ездят с умом и красиво. Валюта в кармане и держали фриски. В машинах мы ездим только на шпильке. Большего в жизни нету везения быть автоледи, тут без сомнения. Езжу я быстро, смотрю на спидометр, при этом не знаю, что такое тахометр. Женщина за рулем, это не шутки. Если не нравится, едь на маршрутке. Мораль всей истории тут такова. Заправлю полбака бензинчиком я. В мире машин тут очень много, но ж выбор свой сделай, я это трогай. Корейский бренд Kia по духу милей. Красивый, надежный, ветра быстрее. Итак, сейчас хочется поприветствовать и пригласить на эту сцену пилота команды АИС Екатерину Мирзаян. Дорогие друзья, хочу вам рассказать о своей машине Citroen C1. Эта машина предназначена для женщин. Она маленькая, комфортная. В ней очень удобно ездить, очень удобно обгонять. Она мало ест и много отдает. А теперь я хочу сказать теплые слова о своей машине в песне. Селится и любует площадь Первомай, всюду море ослепительных огней. Если радость и восторги блещут через край, поделиться можно песенкой своей. Их свидания и уже роман, и весенним чувством вам. Нынче здесь полно друзей, ну кто девчонки посмеет? Поделиться можно песенкой своей, и ее подхватят тысячи людей. Солнце луч плывет за горизонт, заболеет небо свод.
страна. Ты был каюносей мечтом. Мой Ситроэн, моя машина, моя судьба с моей навек слегка. Дизайна стиль, своим комфортом и сердце женское отлеги. Мой Ситроэн, красавец гордый, у ног твоих лежит блистательный Париж. Пилот команды «Лима-центр» Кристина Куртас. Друзья, ваши аплодисменты. Добрый день. Всех поздравляю с праздником. Хочу вам пожелать хороших майских праздников. Я представляю компанию «Лима-центр». Хочу сказать, что «Лима-центр» работает для вас. Это машины, роскошь которых в пространстве объединяется и... Это такие машины, конечно, на дороге не ставятся без внимания. А песня моя про мою машину и про меня, автоледи. На красивых модных тачках и на дорогах автоледи ездят в клубы и на дачу платье, шпильки и помада, красные рули, ноготки. Что еще для счастья надо? Догоняйте вы меня. Газ пол до упора, подмигнут светофоры, вот наклейка туфелька. Автоледи это я, помигаю фарами, обойду радары я. Зажигать поехала. Снова парни строят глазки, пропускают мод вперед. Я рванусь, и пусть на трассе мне сегодня повезет. Лишь зеленые дорожки и ни жезла, ни гвоздя. Не догоните меня. Газ пол до упора, подмигнут светофоры, вот наклейка туфелька. Автоледи это я, помигаю фарами, обойду радар я, улыбнусь инспектору, зажигать поехала. На дорогах автоледи ездят клубы и на даче платье, шпильки и помада, красные руки, ноготки. Что еще для счастья надо? Догоняйте вы меня. Газ пол до упора, подмигнут светофоры, вот наклейка туфелька. Спасибо.